Улица 8 марта готовится к ремонту. Специалисты только приступили к подготовительному этапу масштабных дорожных работ. Запланировано восстановить более 10 тысяч квадратных метров покрытия дорожной части, заменить разрушенные бортовые камни. Изношенные слои на участке уже сняли. Стоимость работ превышает 15 миллионов рублей. Качество работ контролирует как департамент дорожного хозяйства, так и агентство капитального строительства. Поэтому надеемся, в те сроки, которые определены государственным контрактом, это до 30 ноября текущего года, а конкретно по этой дороге это до конца июля текущего года, работа будет выполнена в полном объеме. Выехавший на инспекцию начало работ мэр Владимир Шарыпов отметил, что средства на ремонт пошли из дорожного фонда города. Новое покрытие будет даже превышать показатели ГОСТа. Запланирован 5-сантиметровый слой асфальтобетонной смеси и металлическое армирование. Дорога эта нагруженная, а новая технология позволяет покрытию дольше продержаться без капитального ремонта и так называемого латания дыр. На улице Бубнова по подобной технологии дорогу сделали. Вот 7 лет стоит, особых проблем не вызывает. Потому что как раз у нас, как у жителей города, всегда возникает вопрос, что если дорога сделана, а потом через 3 года она вся в ямах, и, конечно, это несерьезно. Вот мы сейчас будем постепенно уходить на более качественный ремонт дорожного полотна. Также запланировано устройство дополнительной полосы ливневой канализации, чтобы случаи подтопления торгового центра в период обильных дождей больше не повторялись. Ремонтные работы, вопреки желаниям автолюбителей, будут проводить в рабочее время, чтобы вечерами и ночью не мешать жителям соседних домов. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.